Всем привет, ребята! Вы на канале Карина Влог. Меня зовут Карина, и сегодня у нас 11 июня, и мы едем на цимбал. Я вам уже большей части буду снимать цимбалы, чтобы видео не получилось там на час. Так что давайте. Пока что всем пока.
Ну что? Стой, поехали. Офигеть! Офигеть! Раз, два, три. Класс! Давай друг друга снимем по очереди еще. Я сюда сниму. Сейчас, пацан. О, давай сядем сейчас. Давай. Потом друг друга снимем. Давай садись, Маша. Маш, быстрее, время. Теперь ты меня сними. Хорош, я тоже так... Кирюха! Кирюха! Все, готово? Раз, два, три. Два, три. Я красная? Твоя реакция. Очень? Да, а моя? Ты тоже красный испачек. Вот. Я пощу. Маша села. В сердце росла, словно счастье в лестнице. Я с тобой, целый мир для себя открыл. Но любовь, золотая лестница без перил. Но любовь, золотая лестница без перил. Мы с тобой провели вместе много мест. Вау, Маша, это тоже круто. Я на память. Ну такой. Парашки. Взяй. Смотри, там кто-то. Какое может. Смотри, как круто. О, утя. Маша, опять такой. Скажи. Вот блин, вот это классно. Восемь. Что стоит? Огивай, Таня. Огивай, везде. Ой, извини. Да, ну, это не очень. Страхвалы тоже есть. Вот такого бери. Вот такого бери. О, потрогай. Огивай. Нет, я не хочу. Да. Черный, я хочу это. Вау, какой крутой. А сколько? Вот это. Вот это сразу набор длинный. Тебя и не ночью испугает. Ага. Утя. Как у нас? Как у нас? Покажи. Где ты его взяла? Здесь. Во, как у нас.
О, смотри, косметика детская. Смотри, есть черный, есть серый. Желтый. Черный лучше, конечно. Желтенький. А что все желтые? А нет. Мини-конькиси. Мне вот это нравится. Да? И вот это мне нравится. Мне тоже это нравится. Вообще прикольно. Бери. Бери уже что-то быстрее. А ты вообще хот-дог бери. Подожди, сколько вы такие? 5. Да? Бери. Мальчуговая, посмотри. Мальчик, мне ничего интересного вообще как туда. Бара. Я гусеницу хочу. Ну и такую я хочу. Я даже не знаю, какая крыша. Какая? Мне вот это больше нравится. Ну да, вот это лучше. Я бы такую вот эту съела. Да, мне бы такую надо. Да, я надо еще. Ну, посмотрим, потом вернемся. Да, Маш? Вот, Рэн. Далее. Ну, не знаю, они всегда пропадают, у нас платно. Вау, сережки купляй. Он всегда пропадает, я не знаю. Ай, продаю шар. А что же мне делать? Кто им, зачем он просто подстоял? Я не знаю. Ну, у него постоянно пропадается. О, как у нас. Да. А еще такое бывает. Но он некрасивый. Но в коллекцию, конечно, тату. Прикольно. Настоящий? Нет, конечно. Смотри, всякие резинки. Вы с изачками? Маша, как я? Бери. Зай. Вау, как настоящий. У-ху! Смотри, по рублю какие. Ты что, что это? На магнитике. Нет, на холодильник. Дальше. Они, надеюсь, там будут. Видишь, там есть. О, смотри. Кроссовка. Теперь все пищи. Мария есть. Я есть. Хочу на Кэйси. Ксения только есть, твоего нету. Кира. Кира, Кристина, Ксения. Каролина. Мне нет. Вот ты линейка, бери. Не надо мне линейка. Так что Лера есть. Так что деревянные деньги. А, это не деньги. Копить. Копить. Копилка. Не знаю, что это. Не, ну круто, смотри. Вот, смотри, такой домик. Ложка какая. Я ж... Вообще, я такую подарил. Хочу. Вот, Андрей ложь. Есть? Вера или ты только девочка? А, нет. Андрей. Ну ты что, линейку ему дарить? Нет, не надо линейку. Ну, Скажут, такие же гусеницы. Они 8 стоят. А там, может, 5. Может, нет, просто сбежали. Вау, с гусеницами.
В общем, полностью на ней шел. Ну все, пойдем. А тут еще посмотрим, надо интересно. Меня в одной только не было. А не, кружки вроде везде. Карина, вдруг тут другое что-то. Что? А твой сын. Еще на сына. А нет, это Марина. Я есть. Олег. Петр. Олег. Петька с твоего класса. А у меня Олег. Я нашла своего. Смотри. Мария, Олег. Угу. Подожди, а у мамы кто Глеб? Да, да, да. Я ему подарю. Мы тебя очень любим всегда, ждем тебя. Арина, Мария. Вот ты, Мария. Каролина. А я сразу тебя нашла. Карина, иди сюда. Что там? Смотри, коробка и Андрей. Андрей. Какой Андрей? Я тебя сразу нашла, вот. Не, мне не подарочки. А Вероника. А скажите, вот это регулируется? Да. А Евгений? Есть Евгений? Я есть, не нашла. Я себя не вижу. Нет, не вижу. Только со знаком ребят. Вот, такие же самые, только... Нет, а у меня нет. Часы с именем. Ты есть. Ты есть. Это не он, нет. А. Он Водолей. Да, он Водолей. Сейчас. Марта, да? Марта. Смотри, заначка, это копилки такие классные. Ого! А, да, да. А я думала, они настоящие. Я тоже. Хотела забрать, думаю, так выглядит. Хозяин. Хватит жрать. Их заправишь? Смотри, цена 7 рублей. И получим больше 10 раз. Ты дурна, ты не съешь. Или хочешь попробовать? Не, не хочу. Съешь за минуту? Не съем я, не съем. Смотри, лопни 7 из 7 шариков, получишь 50 рублей. Я немецкая, я сразу говорю. Я тоже. Вот отсюда. Не, ну шоколадку, когда я буду очень голодная, я могу съесть. Чем? Это мама, кстати, хотела попробовать, может, позовем ее, она говорила, что съест. Нет, это развод. Нет, так нельзя. Ладно, там за 2 минуты я бы съела. Карин, надо дома тренироваться. Да, да, кстати. Если бы дали потренироваться. Ну да, тут написано просто съешь шоколадку, правда. Да, это реально просто написано, съешь шоколад. Нет. Играй лотерею, ты так ничего не попался. Вау, круто. Ну что, это купишь? Вот Маша, 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 я Маша. Хочу... Так уж Мари. Я хочу Мария. Ну что, Маша, Уля? Не вежливо. О, смотри. Вера. А меня, походу, вообще нет. Вот прикол. Я кем не буду, я всегда буду Карина. Карина, Кариш. Что меня не скучает. Я бы Сережки не забыла. Забыла. Нет, по-моему.
Ну, а дальше где-то потеряла. Нет, забирали я в пакетик вашу. А, значит, где-то... А, нет, вот они лежат. Ага, ну вот видите. А я стала искать. Где тут Вика? Спасибо. Нет, у меня. А сколько присутствует? Прикольно. Вот Мария, Мария, вот ты, блин, Машка. Можно взять? Да. Ну, есть Маша. Кто? Есть Маша, есть Маша. Выбирай. Нет, я бы, наоборот, Машу купила. Я тоже. Я не знаю, Мария, Маша. Сколько стоят браслеты? 2 рубля. Карин. А ты здесь есть? Я не вижу. У меня нет. Там такие. Вот, может, те 2 рубля. У тебя много, у меня вообще нет. А сколько у меня? 2 только? 3. А не, вот Маша. 3 тебя. Смотри. У меня вообще нет. Смотри, прикол. А они прикольные, я бы, наверное, купила. Но нету. Вверх ногами. Маша. Смотри. А, вот Маша. Нету. Смотри, прикол. А шам. Да нет, это так, просто мастичка карманная. Распаковка заначки. Мы купили такую копилку, хоть у Машки уже есть копилка, но купили еще. Здесь очень красиво, в общем-то. Сейчас вечер. И очень круто. Надеюсь, вам понравился, кстати, этот влог. Она не открывается. А, это сюда нужно сначала как открыть? Ну, тем ключом. Она не открывается, говорю тебе. Короче, не можем открыть. Крути нормально. А какую сторону? В эту? Ну, сейчас, по сути, она должна открыться, нет? О, подожди. Да, открылась. Ну, видишь? Надо просто сильнее крутить. Я просто боялась, что он ломается там. Какие сейчас там богатства? Ага. О, какая грязненькая. Это ж фанера. Тут так мало поместится. Ну и что? Мы открыли. Обратно закрываем. Аквагрим очень крутой.